наша городская свалка, это емкость с огородов. Это жесть, что здесь творится. Это жесть. Все это течет в одно место. Увидите, что вы пьете. Вот с этой кучи все. Вот сюда в лощину вся вода и пошла по лощине. Вот здесь озерцо, которое уже дорожный насыпь. Вот здесь вот уже течет. Вот. Все туда вместе, все в белую. А. Ртуть. Ртуть. Это так называемая гора Поташка. Это вот там вот лесочек, это вот там помойка. И вот она течет, течет речка. Вот течет, течет, течет. И вот там и идет дальше, 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 дальше. Там вот у нас Ировка. Вот сейчас там посмотрим, куда же она все-таки впадает, куда эта вода канцерогенная девается с этой помойки, с нашей любимой и родной. Вон там вот. И вот сюда, 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 сюда. Куда смотрят экологи, не знаю. А теперь смотрим. Так, сейчас дымка. Что такое? Ну, вот там она, гора. Вот. Та же самая речечка. Бальза называется. Вот она впадает. И вот этими бурными потоками. Мост. Во. Сейчас чего там только нету. Пейте, мелюзовцы, салаватцы, сельтамакцы, пупинцы. Попробуйте очистить эту воду. Как ее очистить, я даже не знаю. Ударными дозами хлорки, наверное. А вот там вот за лесочком уже этот белый. Сейчас, если смогу пробраться, сниму, как она впадает. Так-то она вот, если бы деревья не мешали, в зоне прямой видимости. Там гора наша. Вот там, вон она. Вот, в конце, в итоге. И это только не только весенними паводковыми водами все выносится. Но и во время дождей обильных. А вот, грунтовые воды с этой пакостью. Все попадает вот сюда, в белую. Дальше по течению у нас город Мелеуз, ну и соответствующие города. Салават, Сельтамак, Уфа и так далее. Вот это все здесь. Такие вот дела. Вон у нас Ировский поворот. Вот. Заправка. Это все вот здесь вот. Еще раз показываю. Вот даже она, видно, не видно, цветом отличается. Хотя там общая мутная вода, но это вообще